Пожарные прибыли быстро, но начать тушить энергообъект не могли. Подстанция находилась под напряжением. Пришлось ждать электриков, которые обесточили ТП. Также отключенными оказались соседние улицы. По сообщению «Кубанэнерго», причиной возгорания стало превышение максимально допустимой мощности. Сразу оповестили пожарную службу МЧС, позвонили в электросети в возгорании к ней подстанции, чтобы они обесточили. Мы обесточили свои электроприемники и быстро эвакуировали людей, пострадавших нет. На месте работали 3 пожарных расчета. После пожарных к работе приступили 4 ремонтные бригады электросетей. В настоящее время энергоснабжение полностью восстановлено.